Дорогие братья и сестры, возлюбленные Господи паства Симферопольской и Крымской епархии, по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского Всея Руси Кирилла, Его Блаженства, Блаженнейшего Митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия, призываю всех вас к духовному подвигу домашней молитвы. В эти дни, когда ситуация богоспасаемому Крыму остается напряженной, ради блага ближних, с чувством смиренного принятия промысла Божия, пусть верующее сердце примет подобно преподобной Марии Египетской добровольный затвор, которому паки призывает нас наше священноначалье. Будем помнить слова апостола: «Любящим Бога вся поспешенствует во благое». В нынешнее непростое время призываю всех вас усилить молитву об избавлении от вредоносного поветрия. И да услышится милостив Господь наше к Нему воздыхание. Желаю всем вам духовной радости, крепкого здоровья и с надеждой на милость Божию встретить и провести грядущие дни Пасхи Христовой. Благословение Божие да пребудет со всеми вами.